приятно. Чье падение по наклонной мощнее, у Бритни или Волочковой? Слушайте, я вам так скажу, ребята, мне очень не понравилась фраза Бородиной о том, что Бритни просрала свою жизнь. Ну, Ксения, конечно, свою жизнь, ребята, замечательную, просто великолепнейшую жизнь. Конечно, она ее не просрала, просто потому что у нее, знаете, вот дом в ипотеку, вот это вот, и она там вот просто стоит рядом со столом, а там букет от Ашота. Жизнь удалась, ребят. Конечно, ты можешь в этот момент сказать, что Бритни свою жизнь просрала. Потому что вот такой вот букет, ребят, ну это все уже. Это считай, что все в этой жизни уже случилось. Хотя, с другой стороны, ну, есть маленькие дети. С этим я ее поздравляю, потому что девки на самом деле классные у нее. Что не, чего не отнять, того не отнять. Мне бы таких девчонок. Ну, надеюсь, что когда-то появится. Короче, ребят, опять же, отрываясь от оценочных суждений Ксении, я вам могу сказать, что Бритни не просирала свою жизнь. Она не катилась по наклонной. Да, друзья мои, да, были эти ужасные вещи, были эти тусовки, после которых что-то произошло с головой. Что-то случилось. Вот Наташка сказала, давай откроем все двери, говорит, и давай выключим кондиционер, на улице прохладно. Ребят, я сижу, и я чувствую, как у меня по спине течет пот. Потому что невозможно без кондиционера, невозможно. Я сейчас вот закончу эфир и пойду включать его. Бритни пашет с детских лет. И это правда. И это правда, ребят. Назвать Бритни дурочкой из переулочка, которая вдруг там, знаете, выскочка, вот это вот свинья-выскочка. Да нет же, нет. Нет. Да, то, что с ней происходит, скорее всего, вы оцифровываете это у себя в голове, как-то у вас уже есть специальный файл для Бритни, где она вот эта вот полуголая, знаете, скачет, натирая себе, вагину, письку натирает свою зачем-то, ребят, и тиски ее так придерживает. Понятно, что вы ее как-то вот, вы-то считаете себя, и вполне себе большой процент заслуженно нормальными людьми. Ведь это так. Почему, ребята, мы это видим у нас в глаза? Потому что нам-то кажется, ну мы-то нормальные. Ну с нами-то все хорошо. Ха-ха-ха, вот как ей не повезло. Она катится по наклонной. Но я-то хорошо, симпатично устроилась. Вот у меня горка, вот диванчик угловой стоит, собственно. Недорого, были деньги, купила. Колечко, да, фианит, но все-таки, знаете, посмотрите. Вот так вот в маршрутке кто-нибудь посмотрит, подумает, что это рубин. Вот из этой серии оценки. Та же самая, ребята, фигня была и с Домом 2. Знаете, почему Дом 2 смотрели и все время оценивали? Ну, мы-то нормальные, вот они там ненормальные живут. Ой, они там, смотрите, трахаются у себя на Доме 2. Ебутся, свальный грех. Ха-ха-ха. Ну, мы-то так не делаем. Моя писька точно на замке. Вот это вот, это ж вот так, это так работает. Там ножниц никаких нет. Ребят, человек просто устроен. У меня-то все нормально, ну слава богу, у меня вот сынок, дочечка, все как-то вот пристроено, все, а вот она, вы только посмотрите. Дай-ка я на эту упаханную наркоманку еще раз гляну, что там у нее в Инстаграме. Дай-ка я посмотрю, ой, сколько людей ее жалеет, ой, 100 тысяч комментариев, ой, что это такое? Ну и бог с ней. Скорее всего, у нее усугубится ее ненормальность. Я-то в порядке. Вот так это работает, понимаете? Поэтому всякий раз, ребят, я вас очень прошу, по поводу Бритни и вообще по поводу всех вот этих людей, которым реально плохо, больно, особенно сейчас, будьте благосклонны, хотя бы на словах. Это поможет нам всем немножко. Я понимаю, ребят, пиздожить свиней. Чертей, как кто-то написал правильно, Русь, пиздожих чертей. Так вот, пиздожих чертей, это одно, ребят, полить резину, чтобы их на свет белый выводить. За их уши, чертовы, блядь, длинные эти кошмарные, и хвосты их, и копыта. Это одно, ребят, на канал, вот это, она ж слаба, Бритни. Она слабенькая, это видно, что она слабенькая, ей бы как-то вот... Даже если мы просто о ней подумаем хорошо, мы уже будем правы. И мы ей сделаем лучше.
Бритни завоевала мир без соцсетей, Ютуба, интернета. Это уже забыли. Алия пишет. Абсолютно верное, ребята, мнение. Олежа, про Бритни тоже вырежем все куском, котик. Еботик. Так.